Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Land Rover, Range Rover Sport 2014 года, 3 литра дизель. На нем мы заменим масло в двигателе. Фильтра мы пока менять на нем не будем, просто сделаем экспресс-замену. Думал поднять, слить масло, а стало интересно, здесь у него щупа нет, но сделана трубка специально для экспресс-замены. Вот мы через эту трубку вакуумом откачаем масло из двигателя и зальем новое. Масло мы будем использовать оригинальное, масло Castrol, но именно для Land Rover, которое идет. Здесь есть сажевый фильтр, поэтому будет 5.30 C1 масло. Для этого мы сейчас открываем капот и смотрим, где эта трубочка. Вот открыли капот, и сразу эта трубка бросается в глаза. Вот она у нас установлена где. Просто запирается. Опустили, повернули, все. Здесь резиновый уплотнитель внутри, и все, больше ничего нету. Вот она сделана, сразу предусмотрена с завода для экспресс-замены масла, потому что щупа на этом двигателе уже нет, он только электронный щуп. Ну что, берем вакуум и ставим шланг. Ну вот, поставил переходник, вот такой вот, вот сам этот баллон экспресс-замены, подключил к нему компрессор. Включаем компрессор, сейчас он будет шуметь, я поэтому долго не буду, но вот по шлангу сейчас будет видно, как пойдет масло. Здесь на шланге подсасывало воздух, от этого шланга дрожал вначале, хомутом затянул и перестал. Так, ну все, вот у нас перекрываем. Выкачалось у нас без малого 6 литров масла. Заливать будем также без малого 6 литров масла зальем. Ну, сколько слили, столько же и зальем. Вообще здесь полностью система. Получается 5800. Почему не меняем сейчас фильтра? Промежуточная замена на 5000 километрах. Просто замена масла. А фильтра меняем на 10000. Для этого сейчас берем новое масло. Сейчас покажу номер. Вот такое вот масло Edge Professional. Идет 5W30. Именно для Land Rover. Огурец C1. Номер этого масла каталожный 156 EAD. Ну все, вот у нас таких 6 банок. Берем, заливаем. Баночки идут опломбированные.
Вот таким образом вливаем все 6 банок. Последние баночки оставляем где-то грамм 200. Ну, залил вот 5 банок. В шестой банке вот осталось 250 грамм. Не стал ее уже выливать. Поэтому заведем потом автомобиль и проверим по электронному щупу, сколько там масла в двигателе. Потому что фильтр мы не меняем, с фильтра ничего не уходит. Закрываем пробочку. Здесь по рекомендациям также вот написано Castrol. Снимаем трубку. Ну и все. Ставим на место нашу заглушку. На этом экспресс-замену масла мы и сделали. Всего вам доброго!